Всем привет, с вами я. Никнейм говорить пока свой не буду, я над ним еще думаю. И наш видеоролик начинается. Это обзор моего аккаунта в Identity 5. Вот тут у меня почти 100 пирамидок. Будем открывать потом в 25 сезоне. Вот все мои выжившие. Их, в принципе, немного у меня. Проспектор — это мой мейн за выжившего. А за Ханта я играю там за Ведьму Снов. Ну а Хантеров у меня вообще очень мало, потому что играю только за одного. Так, вот это мой ранг. Самый большой. У меня 1600 игр, 2300 лайков. Так, теперь перейдем к моим скинам. У меня нет ни одной леги, вообще только эпики и остальные скины всякие. У меня 13 аксессуаров и 6 пэтов. И комнатка у меня такая самая обычная. Вот, у меня больше всего игр сыграно на проспекторе, а тут за Ведьму Снов. У меня вот 3540 пазлов, куплю психолога. Да, вот этот вот скин хотелось бы купить, но мне не хватает. Да что он лимитный еще. Ну хотя на клоуна. Давайте сферку откроем, что ли. Сезонную, мало ли, выпадет скин на композитора. Но нет, нам не повезло. Кристаллы — это тоже неплохо. Ну вот такой у меня самый обычный аккаунт. Я играю с 6 сезона, на этом аккаунте с 9 или 10. Давайте посмотрим все мои аксессуары. Вот у меня легендарный один аксессуар на Хелл Эмбера, на Лео, выпал недавно. Ну и все, в принципе, на мага есть фонарь такой. Можно поделиться, получить 20 пазлов. На психолога не хватит, нужно еще 8. Ну, вот такой аккаунт, в принципе. Хороший аккаунт, средненький. Ну, всем удачи, всем пока-пока. Вот вам.